Пора звезд для начинающих исполнителей. В Караганде прошел конкурс вокалистов «Зажги звезду». Проект проходит в Караганде уже второй год. Правда, масштаб последнего значительно отличается. В этот раз победители отправятся в Москву на международную сцену. Амина Смакова с подробностями. Организатором проекта выступил один из журналов Караганды. Организовать организовали, а вот проводила все репетиции, обучала ребят вокалу заслуженная артистка Российской Федерации Сауля Искакова. На протяжении недели она готовила участников к конкурсу, проводила своего рода мастер-классы. Ребята совершенно разные все. Кто-то закончил музыкальную школу, у кого-то уже за плечами даже есть сценический опыт. А есть ребята, которые просто любят петь караоке. В общем, это неплохо делают, и поэтому решили попробовать свои силы, посмотреть, что получится. Уникальность этого проекта состоит в том, что он дает огромный толчок начинающим артистам. Пройдя этот конкурс, они получат шанс бороться за звание лучшего исполнителя с участниками со всех стран СНГ уже на международной сцене. На сегодняшний день как бы проект сдвинул с места, что мы даем путевку на конкурс в Россию, в Москву. Жюри было строгое, но справедливое. Каждого из участников они оценивали по определенным критериям. Хорошие вокальные данные, уверенность в собственных силах. Вот все составляющие конкурса, уверены профессионалы. Еще одна возможность показать себя карагандинской публике. Еще одна возможность показать себя известным людям Караганды, от которых зависит мнение, возможно, их судьба дальнейшая. Это возможность вообще себя позиционировать, что ты есть, вот он ты поешь, сочиняешь, ты вот так вот выглядишь, и это правильно. Одни конкурсанты были уверены в своей победе, другие от волнения кусали ногти. Для третьих победа не главное, важнее участие. А по конкурсу я ожидаю позитивных эмоций, я здесь пришла совсем не за победой. Мне кажется, здесь очень приятная атмосфера, мне приятно здесь находиться. Амина Смакова, Боржан Алипов, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский.